просто реально осенило. Осенило что? Подожди, я тебя весь месяц просила цветочки, свидания. То есть ты ничего не делал. Я тебя, то есть, отпустила, любя свободное плавание. Ты 2 дня ничего не делал. И тут, перед мужским голосованием, ты подарил мне цветы и шарик. То есть, подожди, это... Нет. Подожди, дай сказать. То есть, будет так, что завтра ты этого делать не будешь. И опять, то есть, ты не заходишь. То есть, ради, чтобы остаться на проекте, да, ради мужского голосования, чтобы я тебя простила, да, ты мне подарил цветы. Почему ты это не делал неделю назад, до мужского голосования? Почему именно сегодня, в день мужского голосования, ты подарил мне цветы, шарик, эти счастливые моменты, да, сделал мне настроение? Почему именно сегодня? Да, виноват, каюсь, я тебе могу так сказать это. Почему именно сегодня, да? Да. Наверное, я говорю, ошибка во мне. Надо было мне, наверное, изначально, вот эти, когда ты мне дала... 3 дня, да, то, чтобы я... смотрю в тебя глаза, не обманываешь ли ты меня? Нет, вот... Искренне ты со мной. Я тебе говорю, еще раз повторяю, то, что ты мне дала 3 дня, когда, да, то есть, говоришь, ухаживай за мной, то есть я тебя отпустила, любя. Угу. Надо мне было в этот момент просто взять и пойти даже те же печеньки, я не знаю, положить, не знаю, на тарелку выложить, принести горячий чай тебе и сказать, просто давай мириться. Угу. Просто даже, мне кажется, элементарно было бы даже вот это... То есть ты только сейчас осознал? Просто видишь, мне казалось то, что изначально тебе нужны рестораны, знаешь, вот я думал, то, что ты хочешь больше выездов. А тут я вот для себя понял то, что не в выездах дело, а просто в плане, просто во внимании. Надо больше уделять внимания.